Так, очередной вам обзорчик жилья. Смотрите, улица Городская, 6. Вот такой вот отель. Новый. Совершенно новенький. Только в этом году открыли. И у нас появилась такая возможность вам его показать. Значит, находится он вот рядом с мэром, это, где мы были в гостях. Да, Мисская Рада. Вот. Сейчас зайдем, все посмотрим, все покажем, все расскажем. Вот такие вот ворота, видите? Вот, виза. Там можно. Здравствуйте. Вот такой вот холл. О, Антон. Привет. Да, ты везде, да? Вот такой холл, я поняла. Так, видите, здесь такой диванчик. Диванчик. Это опять мы. Тихо, люди ходят. Да, вот такой вот холл. Вот сейчас нам девушка все расскажет. 5 часов, а что? Я только заметила. Я уже просто зашла на секунду назад спросить, можно ли мне. Ну что, пойдем посмотрим номер? Что это? А это время разное для каких? Разных стран? Лондон, Нью-Йорк, Вегас, Украина. И еще. Да, и еще. Как красиво у вас тут. Отель называется Вегас. А то я что-то не сказала. Ох ты, какие картинки. Здравствуйте. Да? Итак, вот такой вот холл. А это телевизор для общего, да, пользования? Да. Его можно... То есть пришел, да, отдельно? Картины так... Ага, сейчас, подождите, мы что-то хотим, все пошло. Нет, не спеши, а то, что я не успеваю даже смотреть. Казино. Надо разглядеть, смотри, как тут все по-серьезному сделано. А вот эта вот водичка, да, это же бесплатно. Горячая, холодная вода бесплатно. Такие картины, конечно, красивые. Интересно, какие есть. Да. А это, аж хотел спросить. Я смотрю, думаю, еще вы как-то... На книжных листах, круто. Да. Ничего. Так, вот это вот у нас двухместный номер. Двухкомнатный люкс. Двухкомнатный люкс. Ключено 4 запаха. Так, вот, видите, тапочки, да, тоже все входит. Это санузел. О, конечно, тут красиво тоже. Очень все новенько, все блестит. Просторно. Разберемся даже. Бойлер, туалет. Бумага, все входит, да? Это, а это что такое? Косметика. Это косметика всякая. Шампуньки, гельки. Шампуньки, гельки, круто. Красиво. Ой. Да, вот так вот, знаете, нити. Даже тут какие-то ниточки. О, диски, ваточки. Я, короче, тут полазила. У вас, извините. Так, красиво, конечно. Заходим. И 2 комнатки. Это получается на скольких людей, да? Можно 4, можно 6. Ух ты как. Смотри, как красиво. Прям мотель точно. Кондиционер в каждом номере. И такой же телевизор. Шикарно. В каждом просто, номере да? Кондиционер, холодильник, да, телевизор. Да, я аж раздуваюсь. Такие тумбочки. Можно выделить, телевизор. Не, ну не надо. Да. Там же за что. Вот. Все. Холодильник. Там барка есть, если хотите. А ну-ка. О, а как это входит? Это входит все? Плату, лист лежит сверху. А если... Прикольно. Если выпил, а если выпил и сказал, что нет. Это не смотрите, круто. Сейчас, ага. Шоколадочки. Уже все. Все вас ждет холодненькое. Только приезжайте. Смотрите, для любителей Бухарест. И для деток. И чипсы. Красота, шампанское. Да, это надо было сразу сделать. Вот прайс. Не знаю, видно вам. Но все перечислять не будем. Приезжайте, сами узнаете, сколько что стоит. Красиво, блин, вообще. Очень красиво. Вот это вот. А вот это вот вообще какая-то такая задумочка. Это задумочка. Да. Так, давай второй. Это 1 комнатка. Там свет не выключили. Так, а вот вторая. А, тут 2 комнаты? Да. Двухкомнатный люкс.
А, и все, а, еще опять и тут телевизор. В общем, телевизор в каждом здесь вы можете тут. Ладно, это все, конечно, очень красиво. Сколько стоит такая красота? Вопрос, который всегда интересует. Стоимость, если до 4 человек, 1250. Если до 6 человек, 1400. Это если... цена меняется в зависимости от месяца или нет? Нет. Все время. Если до 4, 1250 стоит. 4, это получается 400. Сколько с человека? Ну, не важно, сами посчитайте. Да, посчитайте сами. Смотрите, тут шкафчики, да? Это шкафчики, ну, 4 завтрака, да? Что включено? 4 завтрака. 4 за день. На каждый день. И ты понял? Ну, на 4 персоны каждый день. Шкафы, в общем, такие. Так это еще побольше. Вот, а, то есть 1400 на 6 человек, да? 1400 на 6 человек. Да, если 6 человек. Офигеть. Это дешево. Да, это по 200 с чем-то гривен. Получается 6 завтраков будет. Еще и 6 завтраков. Это в этом входит цена? Да. А на завтрак что у вас дают? Сейчас спустимся, я покажу. Вообще красиво все. Шесть человек приехал в такую красоту. А, вопрос еще единственный, который тоже интересует. Машину есть где поставить? Да, стоянка бесплатная? Бесплатная, охраняемая. Охраняемая, бесплатная, с камерой наблюдения. А еще сколько отсюда идти до моря? Самый главный вопрос. 10-15 минут пешком. 10-15 минут. Тут в таком, видите, фиолетовый. Блин, красиво. Смотрите, как придумано. Фиолетовая картиночка, фиолетовый этот. Тут молодец дизайнер. Тут все с кондиционером, да, у вас? Конечно, да, вот, любой номер. Это однокомнатный, получается. Это однокомнатный, стандартный. Тоже, а сколько стоит такой номер? Если два человека 950, если три 1050. Угу. Два человека? Если три, извиняюсь, 1100 получается. 1100 три человека, а 950? Если получается полуторное, его можно разложить. Угу. Тель-Вегас. Если два человека, два завтрака, если три человека, три завтрака. Тоже. Красиво, тоже входит, да. Чистенько. Тоже, наверное, бар. Ух ты. Дай. Что тебе интересно, не пьющему? Ты выпить начал, да? Сразу. Все предоставлено. Так, конечно, ты куда, смотри, какое. Арарат. Финляндия. Шампанское такое, смотри, маленькое такое. Вот это прикольно, Артём. Может, поселимся на денёк? Да, поселимся. Красота, шкафчик. Ну, да, отойдите, Валерий. Не мешайте делать экскурсию нам. Видите? Красиво очень. Все в белом таком цвете. Это что? Это вы отключили. Это я отключила. О, тоже вытяжка, вся косметика, душ. А, ух ты! А можно еще раз повторить? Класс! Круто! А теперь нормальный. О, красиво очень. Все красиво, все солидно. Супер! Так, еще раз холл. Так, вот такой вот холл. Как вам отдыхается? А мы местные. Местные? Да. А что вы тут делаете? Я жена хозяина. Вот что на завтрак. Здесь один пункт можно выбрать. Здесь и здесь. Есть три позиции. Завтраки с 8 до 10. Вот, видите, что тут? Сосиска с гречкой, яичница, глазунья, омлет с ветчиной, овсяная каша, блинчики с творогом, сырники с изюмом. Красота. А где сама столовая или? Кафе. Прямо и направо. Ага, можно же, да, посмотреть? Идем прямо и направо. Прямо, прямо и направо. Но мы людей стеснять не будем. Здесь люди вот кушают. Вот такая кафешечка. Красиво все. Да, вообще солидно, красиво. Мне очень нравится. Я знаю, 1200 вообще. На 6 человек. Кто? Спортзал, конечно. Покажи, вы проходите, это женская раздевалка. Дверь прямо, это зал будет. Спортзал через раздевалку. Через раздевалку, да? Круто! Офигенно! Вы поняли? Здесь, в этой гостинице, отеле, Вегас, есть свой спортзал. Я... Душ, да? Душ. Душки. Красота вообще. А спортзал сколько стоит? Разовое посещение 50 на месте 400. Разовое посещение. Разовое посещение 10-10.
Ага. Еще раз разовое посещение. 50 на месяц 400. Ага. Есть на полмесяца на 13 календарных дней, стоит 250. Угу. Так. Вот такой вот тренажерный зал. Что за... Ого, большой такой. Что за правильный образ жизни? Добро пожаловать. Тренажеров столько. Можно взвеситься. Весы. Вот, так у вас там вообще, конечно, солидно. А если вы не живете, вот, которые люди не живут в этих отелях? Нет, это вообще зал. Это вообще зал для всех, да? 400 гривен в месяц. Без лимит. Шикарно. И водичка тоже бесплатная. Вот такие вот, в общем, тренажеры. Беговых дорожек. Очень много. Телевизор. Я что-то Валеру потеряла. А где Валера мой? Наверное, в раздевалке застрял. Застрял? А где там раздевалка? Там выход, да? А. Вот, смотрите, сколько тут еще тренажеров. И жим ногами, блин, о котором я мечтала в Харькове. Не, классно. Зал, конечно, супер. Так что, кто за правильный образ жизни, все сюда, в зал, все в зал. Красиво очень. Вот люди занимаются, видите, вы на море, а люди занимаются. А свет? Справа. Так, справа. Туалетики такие в этом тренажерном зале. Короче, класс. Красиво. Все, выходим? Да. Так, и вся эта красота. Куда звонить? Сейчас нам дадут телефончики. Есть где-то, да, визиточка что-нибудь? Или еще нет? Ну, сейчас нам телефончики напишут, а мы или напишем первым комментарием и прикрепим. Ну, и сейчас все равно покажу на всякий случай, чтобы не потерять. Так, ну, в общем, посмотрели мы отель Вегас. Очень красиво, конечно, вообще круто. Классно, если верить, 15 минут, да, до моря. Ну, верить, сейчас сами пойдем. Такая стоянка есть, охраняемая, не знаю, слышали вы или нет. Телефон я продиктую, но все равно первым комментарием, конечно, напишем. Значит, отель Вегас, телефон 099-16-09-777. Кому интересен такой вид отдыха, звоните. Пишите. Вас тут пишите, звоните. Да, есть же, наверное, какой-то есть сайт. Вайбер есть. Понимаю. Да, пишите, звоните, приезжайте, отдыхайте. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.